Дмитрий Лосев из магазина шуб «Меховой» на Тверской. Сегодня проведем видеообзор меховой парки для мужчин. Для женщин мы уже смотрели, давайте для мужчин. Новый фасон зимней одежды для мужчин – это парка. Парка. Это пуховик, очень теплый. Внутри у нас идет натуральный верблюжий мех, верблюжатинка. Верблюжатинка здесь, верблюжий мех. Парка очень теплая. Выполнена она в цвет хаки, цвет болота. Цвет болота. Имеет множество карманов боковых. Вот я сейчас руку сую. Сюда можно что-то положить. Кармашки глубокие. Внутри расположены еще карманы. Сюда можете положить мобильный телефон, документы от автомобиля. Имеется внутри утяжечка. Для тех, кто любит приталенные вещи, утяжечка есть по фигуре. Приталить. По спинке она аккуратненькая, ровненькая. Плащевочка хорошая. Вот чувствуется, что ни грязь не будет приставать, ни дождь промокать. И очень теплая она, очень теплая. Здесь имеется капюшончик. Капюшончик у нас отделан мехом енота. Он цельный. Смотрится очень красиво. Парку можно носить как в застегнутом виде, как в застегнутом виде, так и в расстегнутом. Но немножечко. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот так вы можете сделать. Вот так немножечко сделать вы можете. И мех вот здесь вас будет украшать. Размерчики у нас сейчас остались 52, 50, 54 размер. Кто еще не оделся? Кому еще холодно? Примерите вот эту курточку. Почувствуйте, какая она теплая. Или кто мерзляк, кто не может согреться, кто мерзляк, у кого постоянно мерзнут ноги, руки. В этой курточке вы согреетесь. Вам будет очень хорошо. Прогреетесь. Ждем на примерку. Одеваемся по-модному. В меховом на Тверской.